Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, как разделить жесткий диск. Разделить жесткий диск будем делить программой, встроенной в Windows. Как ее найти? Найти можно различными способами. Вот, допустим, через панель управления. Через панель управления нажимаем «Система и безопасность», в администрировании, создание и форматирование разделов жесткого диска. Вот она открывается. Встроенная программа в Windows. Можно найти другим способом. Через поиск пишем диск MBMT. .msst. То же самое нажимаем. Появляется программа управления дисками. Так. Значит, как делим диск? Значит, находим диск, где у вас есть свободное место. Ну вот, допустим, у меня тут много дисков. На каждой стоит почти Windows. Ну, различные там. Некоторые просто без Windows. Ну, скажем, сейчас пробно просто разделим какой-нибудь, любой. Ну, вот, скажем, выберем диск Bars. Bars S. Что делать? Допустим, вот у него свободно 272 гигабайта. Ну, немного, но... Ну так, попробуем на нем. Ну, выбирайте, чтобы там, допустим, где много места, чтобы диск получился там для Windows, там, для восьмерки 30 гигабайт, там, для семерки 20 гигабайт хватит. Вот. Вот так всплыло окно. Не по теме. Значит, что делаем? Нажимаем правую кнопку мыши и нажимаем кнопку «Сжать том». Вот он сейчас определяет свободное место, которое можно выделить отдельно. Но это довольно долго, в зависимости от какой объем и какой объем свободного места. В принципе, это может и 10 минут, и 20. Если долго будет, так я вырежу кусок, если 10. 20 минут будет искать. Мы сейчас посмотрим. Тут, по идее, места немного. Я специально выбрал, чтобы побыстрее, как бы, быстрее определилось. Вот, значит, определился довольно быстро. Общий размер. Доступное для сжатия места в мегабайтах размер сжимаемого пространства. 2700. Ну, скажем, поставим для пробы 1000. 1 гигабайт. Размер желаемого пространства. 1 гигабайт. Нажимаем сжать. Кстати, после вот этих всех сжатий, потом при перезапуске Windows откроется темный черный экран и будут проверяться диски. Как бы на целостность, там, на работоспособность, это будет тоже там, это один раз будет,
Вот сразу после перезагрузки. Это будет, может, минут 10, 15, 20 идти. Так что не пугайтесь, не удивляйтесь. После сжатия всегда идет проверка дисков при загрузке Windows. Уже достаточно долгое время проходит. Ну вот. Он довольно быстро все-таки. Вот, диск уменьшился. Появилось свободное место. Как раз гигабайт. То есть отсюда отделилось 1 гигабайт. Чтобы сделать вот этот 1 гигабайт, ну, можно отделить там 10 гигабайт, 100 гигабайт. Вот. Создать простой том. Нажать, создать простой том. И он уже станет вот таким же томом. То есть он синеньким там пометится. Ну и потом в этом же простом томе уже можно будет в свойствах там название его выбрать. Там букву выбрать. Буква ему сама присвоится. Вот, допустим, создать простой том. Этот мастер помогает создать простой том на диск. Допустим, далее. Размер простого тома. 999 мегабайт. То есть 1 мегабайт куда-то делся уже. Назначить букву там. Назначаете букву какую там, скажем, вот у меня C, G, D, там, скажем, я не знаю, M, L, там, K, M. Вот. Ну, скажем, назвали, там, я не знаю, set. Далее, сразу же форматировать этот том, NFS. Ну, такую систему быстро форматировали. То есть нажали, и сразу появился новый раздел диска. 999 мегабайт. То есть получился уже раз, нет, раз, два, три, четыре, вот пятый, тут будет пятый. Пятый раздел. Буквы Z, ну а там название сами вот придумайте. Но я уж это делать не буду, потому что тут 1 гигабайт отдельный раздел на 1 гигабайт как бы не очень нужен. Но я думаю, все понятно. То есть нажали далее, появился пятый раздел. Довольно все просто, быстро и удобно. Всего доброго. Подписывайтесь на канал. До свидания.